Вот мы пришли на пруд храмовый. Вот он здесь, рязкой зажился. Выпал снег. И внизу у меня тропа была найдена. И поставил капканы. Спускаться очень трудно. Пробуй, Никита. За деревья, за все, цепляйся, не упади только. Я не решился два раза туда лазил. Один раз кое-как вылез. За дерево. Так. Ногами протаптывай там. И там увидишь внутри старые эти деревья. Держись за что-то. Держись. Не просто так там. Это все в низину тут. Ну, метров 5, говорят, тут ров вымыло водой. Ну, вот сейчас там проходи, вот здесь где-то. Веревочку увидишь где? Ага. И внизу пошел, отвяжи ее веревочку-то. И она на цепи. Так никакого не поймал за все лето ни одного. Крысы эти попадают, сандаторы. Вот теперь его поднимай потихоньку, капкан-то, и хлопни. Вот он. Вот все. Ну и положи его здесь, вытащи маленько, рядом. Вот, большой капкан. Все, теперь дальше пролезь туда, на ту сторону. Только вылез, и дальше продолжай идти. Вот там увидишь, где зеленое лежит. Но он воткнутый там в землю, штырь. Все надо снимать, мы уезжаем уже. Сегодня 7-е, 10-го уезжаем. Еще дальше, да? Ну как, если оно, ну прямо оно в этой. Ты видишь, где она, вода-то идет, трасса-то? По трассе, подальше проходи, дальше туда. Вот здесь где-то примерно. Там, где зелень какая-то. Нет, ты это, левее бери, левее. Да? Ну там, где вода течет. Далеко прошел, дальше. Прям по этой, внутри. Вот это, вот она. Ну, наметь где дорожку-то, видать ее. И так дальше, 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 там где-то зеленые листья должны лежать, я прикрывал капкан. Вот еще туда дальше, ближе туда, вот здесь вот где-то. Тыкай прямо в это, по центру, тут куда-то наверху, вот так. По углублению бей. Так, маленько подальше, может быть. О! Нашел? Попался. Попал кто-то? Ну тащи. Живой нет? Да. Это опять это крыса. Андатора? Крыса, да. Ну тащи. Еще кидается там. Выдерни там за цепь. Ну посмотри там, где, еще она держит. Цепку не порви, вот так. Ну, слава богу, хоть какая-то попала тварь. Изгрызли всю плотину. Тащи сюда, посмотрим. А, андатора. Руку не подставляй. Я тебе сейчас сброшу ведро, а ты ведро ее заложи живую, я ее шарику отдам. Люди шапки шьют, а нам лишь бы спасти. Один год было много, тут подряд. Каждый день штуки по 4 ловили и выбрасывали. Коршуням отдавали. Так, смотри, я бросаю тебе ведро. А! Давайте. Закладывай в нее ее, вовнутрь. Прямо туда, затолкай. Руку-то убери. Вот, теперь второй капкан сверху толкай. Этот капкан, у него эти дужки сверни вместе. Друг дружке поверни их, дужки-то, дужки.
Вот, ну наружу там. Тут и язычок мешает. Ну, давай, учись. Сынок, сгодится. Туда положи прямо внутрь. Все, колышек туда и вылазь. Палочку не забудь. Это я брал, если попадется. А это небольшие бобры. 20 килограмм, 30 даже бывают. Не поднимешь. Ну, тут выдры остались. Они живут, интересно, в одних норах с ними. Ну, видимо, другое отделение какое-то. Держись крепче, а то упадешь, она на тебя. Давай-ка сюда. Подожди-ка, я рукавичку надену. Так, подожди, не торопись. Сейчас мне сюда. Вот так. Вот я вот. Такая злобная. Ну, злобная еще бы. Мы ее захватили. И симпатичная. Пойдем. О, она зубами кусает все. Ну да. О, какая. Вон. Ну пойдем, пойдем. Я сейчас шарик поднесу ее. Все, последние капканы. Я им оставляю на зиму. Я их покупал в городе Барнауле. Там специально написано против барсуков и бобров. Когда начинали плотину здесь поднимать, она была, но промытая. Была, конечно, ниже намного. Но мы ее здесь вот, вот здесь вода протекала. Вот здесь вот уже за пределами, около склада. И вода вот здесь вот перла. Вот она где. Сейчас я покажу. Вот она. Тут глубина 1,5 метра. Пробила ее. Ну а так-то тут 1,5 метра. Вот мы сейчас идем с Никитушкой. Они погреб закрывают. Снег. Резиновые сапоги дырявые, ноги мерзнутые. Ну и вот видишь, Никита сразу слазил, а я там трясусь. Ты сейчас ее мне туда донесешь, там поставишь на улице. Ну и все. Давай туда иди, я сейчас приеду. Палку я возьму, да. Благодарю. Вот какой снег выпал. Сегодня 7 октября 2017 года. Буска вышла на улицу. О, Никита, потихоньку вытащи первый, выложи капкан. А второй... Вытащи его первый, да-да. Есть. Вытащи тот, который не нужен. Положи рядом. Вот, теперь этот вытаскивай. Покажи буски, будет она его трогать, нет? Положи на пол, чтобы она увидела. Так. Лапой засунулась. Наверное, больно. Ну, неужели не больно? Все, она нет. Она не бросится, она молодая. Одна нога попала. Давай сюда. Шарик вот, подай. Ой. Ой, шарик. Что принесли тебе? Борьба. Ну-ка, подай. Подай ему, подбрось, ближе брось. Он уже опытный. Нет. Все, главное, все. А теперь отцепляй ее. Нет, она еще шевелится. Она, он еще дергает. Нет, это все. Большой рот у нее. Вытаскивай, она все. Обе нажимай. Где нога стоит, сюда, прими, поднеси. Подожди. Ну тяни шарика, ну ты же можешь это. Ты что, стоять с ней будешь? Ну, отцепи ее.
Она живая еще. Ну, понимаешь, еще ты как ребенок, на крапиву боится, это тоже трясется. Ну, на. Я не трясусь. На, держи, на, не надо. Давайте, давайте. Ты на Майдан бы тебя опустили, они бы все там со страху передохли. Внимательно посмотри. Она живая. Ну еще что она живая. Сейчас я подожди. Смотри. Дай-ка я вытащу ее. Смотри. Смотри. О. Подожди. Вот так вот ее раз. Она живая. Ну и что? Вот и все. Она живая. Он ее перекусил. Вот и подошла бобиска. Гляди маленький ты. Я уже снял. Она еще что-то обнюхивает. Сколько они перепортили. Нынче только отдал за все это около 100 тысяч. Подводная тварь. Ну, шарик. Ну-ка, давай ее. Еще моргает. Камера дрожит. Thank you.